День начался как обычно и ничего не предвещало беды. Ну или я тогда так думала. За этой дверью кроется что-то неизвестное, и это меня пугает. Эх, но уборку ведь никто не отменял. Нужно туда ехать. Эй, там, открывай. Я приехала. Ну давай же. Ну неужели? Ну наконец-то пришел. Уберись хорошо, не как всегда. Эй, поосторожней там. Уберись, на-на-на, бу-бу-бу. Надоело это мелко. О, даже не поздороваться. Что? Где? Кто-то что-то сказал? А, это ты, Синий. Стоишь, как мебель без работы всегда. Что я тебя и не заметила. Ну все, сам бездельничаешь. Мне не мешай хоть работать. О, а это что? Опять игрушки. Ну сколько можно? Хорошо, динозавра тут еще нет. Ну и как мне их объехать? Ох уж это мелкая. Ура, объехал! Ой, а что тут так невкусно пахнет? Фу, тапок! Сейчас я проучу человеческого детеныша. Будет долго искать свои тапочки, чтоб потом не разбрасывала. Так, о, а это что? Орешек! А там сухарик! О, а там-то что еще? Ура, чипса! А это что? Что такое невкусное? Фу ты, штора. Сейчас я тебе покажу, как висеть у меня на пути. Ой-ой, пора сваливать. Ой, ай, меня атакуют. Это точно, пришельцы, как в кино. А-а-а, отпусти меня, чудище. Да отпусти тебе, говорится. Ой, я что-то проглотил. Ты проглотил бэйби-бон. Да тише тебе, тише. Чего распыхтелся? Лучше бы помог. О, редиска. Деда, деда, где ты? Ну, деда, ну где ты можешь быть? Ты чего разоралась? Тут я, унуся. Ой, деда, спасай. Проглотила бэйби-бон, игрушку человеческого детеныша. Достань, а! Помогу, Нутя, помогу, проказница. И начал меня шикотать. Шикотно! А, деда! Что ты делаешь? Ой, ай, шикотно! Ой. Опа, ну все, получай, бэйби-бон. Ой-ой, кто-то идет, прячься! А ну иди сюда, проказник. А ты хороший, хороший. Пылесось. Все, мелкая ушла. Деда, спасибо тебе. Пожалуйста, унуться. Ай-яй-яй, проказница.